Здравствуйте, дорогие друзья! Я, как всегда, с вами. И вяжу я балаклаву вот с такой вот пряжи. Она две в нитке. И фирма вот эта вот китайская. Не знаю, как она называется. Ну, такая вот этикетка, такую этикетку имеет. И очень удобно вязать. И вяжу я крючком номер 3. Вяжу я узор столбиком с одним накидом, накидываю на крючок рабочую нить от себя на себя, вяжу в петлю в предыдущего ряда, захватываю рабочую нить, вытягивая на крючке, у меня 3 петли. Накинула, провязала через 2, накинула, провязала через 2. Опять накидываю рабочую нить от себя на себя, ввожу в крючок в петлю предыдущего ряда, захватываю, вытянула на крючке 3 петли, накинула рабочую нить от себя на себя, через 2 петли протянула, опять накинула и через 2 петли протянула. Эта пряжа не для новичков. Это пряжа для профессионалов, потому что здесь не видно петли предыдущего ряда. Все как бы интуитивно. Кто травкой любит вязать, очень советую эту пряжу. Это будет балаклава из этой пряжи. Ниточка очень такая хорошая, скользит при вязании. Я даже не знаю, какой состав, потому что я на китайском не понимаю, но там все на китайском написано. Так что вот так вот смотрится. Пушистенько, это в 2 нити. Вот еще раз покажу, в 2 нити. Крючок номер 3. И такое плотное получается, без дырочек. Самое то для весны, зимы-весны этого года. Балаклаву все любят, полюбили, и поэтому есть заказы.